Граждане бандиты, внимание! Ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты. Так что предлагаю вам сдаться. Кто это там гавкает? С тобой свинья. Не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов. Слыхал, наверное? Так вот, капитан Жеглов предлагает вам сдаться. По-хорошему. А если по-плохому? Ну, а если по-плохому, то в связи с особой опасностью вашей банды, я имею указание руководства живыми вас не брать. Ну, как устраивает тебя такой вариант? А мусорга своего дашь нам на съедение? Он уже давно тю-тю. Руки у тебя короткие. Так что выходи по одному. Волки позорные! Не хочу. Ладно, черт с вами. Банкуйте!